У танцора Билла Иванса скоро день рождения. Ему исполнится 75 лет. Большую часть своей жизни он провел в движении и стал признанным мэтром стилей тэп и модерн. Приглашение гильдии американских танцоров участвовать в Нью-Йоркском фестивале танца не только знак уважения к заслугам Иванса, но и новая возможность показать зрителям его эксперименты. Этот танец создан на музыку трех прелюдий Джорджа Гершвина. Это тэп и современный танец вместе. Стиль очень подвижный, изменчивый. Я посвятил этот танец своей покойной матери. Фестиваль гильдии американских танцоров – большое событие в узком кругу профессионалов и любителей танца. В нем принимают участие десятки коллективов и хореографов со всей страны. Здесь и коммерческая хореография, и эксперименты, не предназначенные для массового зрителя. Поэтому на фестивале интересно. Случайная находка может оказаться следующим шедевром. На эту сцену будут выходить один за другим 33 танцора. Они попытаются разделить со зрителями радость движения, радость танца и радость творчества. Сейчас в современном танце существует огромное количество различных направлений. Наш фестиваль – площадка, на которой можно получить полное представление о том, что происходит в этом искусстве в Америке. Америка уже давно стала благодатной почвой для новых направлений в танце. В 20-е годы прошлого столетия Айседора Дункан танцевала босиком и стремилась к свободе движения. В 50-е Марта Грэм создавала сильные, маскулинные танцы с выразительным четким рисунком. В 70-е и 80-е Мерс Каннингем сделал танцевальную форму абстрактной, интеллектуальной. Многие, в том числе и Билл Иванс, получали балетную подготовку и уходили от классики. Я танцевал в балетном коллективе, но ушел из него, когда мне было 27 лет. Я искал танцевальную форму, в которой было бы больше свободы. Труппа Фила Дамка использует африканский фольклор. Ее руководитель Джоан Майерс Браун даже получила награду от президента Обамы за вклад в развитие афроамериканской культуры. Исполнительница Кони Лин Финхамок своим телом воплотила музыку известного американского композитора Филиппа Гласса. А Мишель Коэн-Коте, когда танцует, хочет, чтобы зритель не только видел, но и чувствовал. Я хочу понять, как движется и живет мое тело. Я хочу полностью почувствовать его изнутри, понять, откуда, из каких глубин приходит творчество. Президент фестиваля Глория Маклин много лет танцевала в группе легендарного Эрика Хокинса. Сейчас она создает камерные танцы, как эта полиморфная фантазия для троих. Мы здесь просто празднуем танец. Виктория Кученецкая, Сергей Гусев из Нью-Йорка.